На картине Алексея Харламова «Итальянка с тамбурином» изображена стоящая во весь рост девочка на фоне лесной чащи. В ее поднятой над головой руке тамбурин. Слева внизу изображены ручей и небольшой водопад, а справа в середине, на ветвях, ярко-зеленая ящерица. Итальянке с тамбурином предшествовал хранящийся в Государственном русском музее подготовительный рисунок, в котором художник намечает композицию картины. Сюжет картины пояснил художественный критик Сомов, видевший работу в 1883 году на 11-й выставке передвижников и давший ей довольно развернутую характеристику. Харламов прислал на выставку из Парижа три произведения, вообще не дурные, но не прибавляющие ничего к составленной им репутации русского бона. При виде его девочки-итальянки, замахнувшейся тамбурином на ящерицу, спрашиваешь себя, стоило ли брать это большое полотно для такого ничтожного сюжета? Стоило тратить на него столько краски и так щеголять ее накладкой? Но если русскому критику сюжет казался малозначительным, то отзывы во французской прессе были иными. Так французский критик Верон, видевший работу в предыдущем 1882 году на выставке «Салона» в Париже, писал в своей рецензии. Неожиданная встреча с красивой зеленой ящерицей, ползущей по веткам матовым или порыжевшим осенью – это встреча маленькой итальянки в профиле, которая разглядывает изумруд маленькой ящерицы. В волнении она подбрасывает в воздух свой бубен с серебряными бубенчиками и дает им кошачий концерт. Очень притягателен образ этой девочки, замахивающейся на дерево густое и рыжее. А Харламов – горячий и мощный колорист. Сейчас, спустя более чем столетие, за спиной девочки отчетливо просматриваются очертания какой-то фигуры. Харламов или первоначально вводил еще один персонаж, а потом почему-то его записал, или положение фигуры девочки на холсте было иным. Это в какой-то мере объясняет просчеты художника и в рисунке ее руки, которая выглядит неестественно короткой, и в положении фигуры, которая стоит строго по центру, и откинулась чуть назад. Кстати, эти погрешности в картине были замечены критикой того времени сразу. Так Сизов утверждал, что в техническом отношении картина кажется неоконченной. «Итальянка с тамбурином» относится к бытовому жанру. Темы для произведений бытового жанра или жанровой живописи берутся из повседневной жизни человека, обычно современных художников. При этом «Итальянка с тамбурином» близка к головкам, так называют разновидность портретов, в которой и нет заказчика, и модель выбирает сам художник, который составляет большую часть наследия Харламова. Харламова часто называют салонным художником. Один из журналистов той эпохи писал, что специальностью Алексея Харламова были детские головки и сцены из детской жизни. Живописец прежде всего ориентировался на вкусы своих заказчиков. Его головки и близкие ним жанровые композиции, предназначенные для украшения состоятельного дома, приятны, как салоновая живопись вообще. Как и многие салонные мастера, Харламов был живописцем-эклектиком. Если в 1870-х годах он обращался в своих работах к манере письма малых голландцев, к манере Рембрандта или к манере итальянских караваджистов XVII века,
то с начала 1880-х годов в головках и близких к ним жанровых картинах, в том числе и в «Итальянке с тамбурином», манера письма художника становится иной. Возможно, в это время Харламов особенно пристально изучал творчество знаменитого испанского мастера 17 века Веласкеса. Во всяком случае, именно тогда Харламов использовал некоторые его технические достижения в своих работах, в том числе и в «Итальянке с тамбурином». Стал более смело брать яркие, чистые цвета, все больше и больше отходя от манеры тенеброссо. Вместо корпусной манеры раннего периода стал покрывать холст более тонким слоем, сквозь который местами просвечивал грунт. Отдельные размашистые мазки виртуозно разбрасывал по всему холсту. Но в отличие от работ испанского мастера 17 века, Харламов сохраняет при этом музейный колорит с доминированием коричневых тонов. С 1880-х годов меняется и сам тип головки в его картинах. Об этом так писал один из его современников. «Харламовская головка» – название почти нарицательное для этих маленьких, грациозных детских головок. С большими, не то грустными, не то задумчивыми глазами, с нежными, почти неуловимыми чертами, с фарфоровой кожей, напоминающей какую-то грезу, мечту. Таких головок гораздо больше в мечтах художника-поэта, чем в жизни. В его работах, начиная с этой поры, все больше проступают черты слащавости. Примером нового типа модели является девочка на картине «Итальянка с тамбурином».